Доброго времени суток, друзья мои, с вами Владислав, а это Red Ghost Recon Breakpoint, и мы его прошли. Собственно, проходится он примерно за час-полтора игрового процесса, и я решил вырезку вам показать бой с финальными боссами. Да-да, в конце нас ждет сразу три босса, но все это вы увидите далее на экране. Впечатление по самому рейду, ну, что можно сказать? Сложно. Реально сложно. Особенно, когда не понимаешь механики босса, и для тебя это все в новую, это прям кабздец как сложно, потому что вайпаешься прям вот не туда посмотрел, умер. Не в того выстрелил, умер. Не так сделал, умер. То есть вайпнуться очень легко. Правда, и награда тоже стоит своего. Чтобы вы понимали, вот даже код подсказывает. Дали офигенные перчатки, которые дают точность, стабильность и куча-куча таких вещей. К примеру, бронежилет, который реально снижает по тебе входящий урон. Ну а перед началом показа боя с финальными боссами, я бы хотел вас просить поставить лайк или дизлайк данному видео и, что самое главное и куда более мне интересно, именно отписаться по впечатлениям от самого рейда. То есть, если вы играли в него, то поделитесь эмоциями, впечатлениями, как вам новый остров, как вам, собственно говоря, старт этот вот вулканический просто бабах, когда, знаете, вот где-то там на горизонте происходит взрыв и вулкан начинает работать. Как вам награды? Как вам тот Silent Hill? Ну, если кто играл, он знает, что там есть такой вот небольшой шахтерский городок, который весь покрыт пеплом и, знаете, реально напоминает Silent Hill. Там видно буквально метра два перед собой. Вообще, все это вы можете увидеть на стриме. Вот как мы сегодня его проходили от начала до конца. Стрим я оставлю ссылочку в описании под видео. Но, а вам приятного просмотра. Бой с боссами. Мне кого забирать? Все, ну, я его беру. Я по его заберу. Ну, у нас танк, вспышка и какое-то говно. Все, забрал центр. Короче, у нас есть большеголовый, плоскоголовый и вытянутоголовый. Нет, у нас, короче, танк это с пушками. Вспышка это вспышка, а это большеголовый дурак. Блин, он такими гильзами стреляет. Ух ты, Влад, забери его. Владик, забери его. Кого? Танк своего, он ко мне поехал. Уже переагрил. Чего он со мной? Друны. Да-да. Так, ребят, готовы меняться или рано еще? Рано еще. Рано. Владик, с тобой дроны летят. А, понял. Все. Слышал. Че? Давайте сейчас. Так. Все, меняйтесь. Меняемся, окей. Робота, который напротив нас. ДНК забрал твоего. Эвил, долго. Я что, виноват, что он далеко так находится? Бери пулемет звездочка. Никто, в другую сторону, в другую сторону. Ой, я другую сторону. Дроны, ДНК. Влад, ты моего перегнал. Да нет, я вот этого таскаю. ДНК, твой за тобой, наш, все нормально. Я понял, блин. Пожалуй. Ай, Эвил, забери его! А зачем близко подходишь? Сорян. Так, ребят, меняться готов, мне кажется. Вспышка! Нет, рано. Блин, рано, ничего не вижу. Эвил, Дамаш, и беги просто Дамаша. Я буду водить его. Все, я, пожалуй, не буду больше по танку стрелять. Не, еще можно. Ну, я сейчас переборщу. Так, дроны. Метка, дроны. Да. Твою мать, меня эта херня стоком догнала. Просто через центр уходите. Я. Бля, соединились. ДНК, я подцепил. Я твоего заберу. Или Эвил забрал. Эвил забери. Все, я стреляю. Вспышка. Так, ну давай как-то. Все, этого больше не трогаю. Эвил, надо в другую сторону. Я понимаю. Потому что я уже близко. Я его просто от того отводил. Давай. Дроны. Ребята, дроны по метке. Угу. А, ребят, смена. Надо меняться, да. Заберите у Деза кто-нибудь. Заберите у Дезертира. Вспышку забрал. Нихера так, не я вижу. Забираю это большеголового. Я уже забрал его. У меня заберите танк, ребята. Я пытаюсь, Дез, пытаюсь. Тогда я стреляю. Твою мать, сейчас мне больно будет. Беру. Заберите одного из двух. Я одного забрал. Я вспышку забрал.
Не, там. И еще заберу. Все, нормально, нормально, нормально. Нет, 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 ладно, танк забирай. Забрал. Все, танк за тобой, да. Уводи его в правую. Нет, нет, танк я переагрил, все нормально. Дроны. ДНК в другую сторону, ДНК в другую сторону. Я понял. Владик-то в другую сторону. Другое, принято. И потом можешь чуть-чуть немножко тоже ускориться меня поднять. Ну и с удовольствием, только вначале надо, чтобы там эту жестянку отогнали. Он отходит. Кстати, от этого пулемета не обязательно в спринте уходить. Можно просто пешочком идти. Да, я понимаю, вот. Я к себе бегу. Угу. Так, мы у второго почти двоих сняли. Так, значит, давайте, я забираю вспышку. Вспышка? А, да, вспышка. Вспышка, вспышка. Ребят, в обратную сторону, в обратную сторону ходим. ДНК, забирай танк. Влад, иди на центр домашних. Все, забираю танк. Угу, я на центре. Все, так, забрал. Группа голового, забирай это. Я шустрее. Он ускорился. Все, танк забираю, так. Так, по танку особо больше не домашние. Через центр уводи его. Через центр надо было уводить его. Ладно. Идем по часовой, ребят, по часовой. Ну, блин, как по часовой? Сейчас неудобно, все, наоборот. Ты идешь, ты все правильно. Вспышка, вспышка. Сейчас дроны, там летят дроны. Эйвен. Дронов срезал. Ребят, сейчас перезаряжаюсь, это 7 секунд, сами понимаете. И добиваю хп второму. Так, я тогда в обратную пошел. Дэс, может мне его снять с тебя? Не-не-не, нормально. Так, все, ХП у них в плохом состоянии, ребят, у всех. С меня, с меня. Я подхожу, Дэс, подхожу, цепляю. Меня забирай. С меня надо уже забирать, у вас скоро сопрется. Дэс, давай дальше. Да твою мать. У меня все в перезарядке, я пытался, но нечего. Нормально, нормально. Я там забираю. Вспышка, я вспышка, там вспышка. Блин. Танк забрал, я танк забрал. Забирайте голову. Забираю. Все забрал. Ладно, с тобой дроны летят. Угу. Ребят, ну, в принципе, ХП у них нормально, можно гасить. Все, давай. Секунду, я перезаряжаюсь, 7 секунд. Я тоже, конечно. Перезарядите все оружие. Предлагаю перед началом мочения сменить партнеров. Так, давай тогда я буду это... Подожди, ДНК, топи вперед. Так я забираю, крупноголового забрал. Дэс, снимаю танк. Давай. С тебя. Вспышка, вспышка. Снял танка. ДНК, забираю вспышку. Снял танк с тебя, Дэс. Все, вспышку забрал. Так, ну что? Все, дамажим их, чтобы они... Эвил в дроны. Все готовы? Да. Ну тогда и начинаем. Что-то страшно должно быть, наверное. Ну, вообще-то на самом деле есть чуть-чуть. Очково, да? Особенно с учетом того, что двое на меня летят. Снимите пулеметы, снимите пулеметы. Пулеметы заберите с меня. Я не знаю. Так, я забираю крупноголового. Да я его только что забрал. Ладно, я дальше бегу. Дальше забираю. Вспышка. Ладно, кстати, эта вспышка дольше держится. Забрал одного. Увожу его вниз. Наоборот, в другую сторону. Я понимаю, я чуть-чуть разворачивал. Сука! Блядь, простите выражение. Все. Эвил, у тебя заберу. Давай, я противоположный. Ларик, с тобой дрог. Да. Эвил, давай, забирай. Так, Владик, я тогда пушку забираю. Ага, двигаюсь вперед за пулеметом. Пулемета оттянул на себя. Все, пулемет мой. Я ничего не вижу, А твою голову забрал, да? Да. Дроны. Так, землетрясение. Блин, там это ДНК и Влад удобно. Дроны. Пираносы. Я забрал. Так, давай трубочку голову забирать. Эвил, забирай. Дэс, ты с меня... Я забираю танк. Окей, рокируемся, ребят.
Привет, Влад, ну что, как там с боссами, боли, страдания? Звездочка. Привет, забираю вот эту крупноголовую башку. Давай дальше. Твою ж мать! Он мне... Слушай, а если мы вспышку сейчас убьем, они не станут агрессивнее или что-то такое? Нет, они, она лестница опять. Надо противоположную сторону вести. Вспышку на себе беру. Давай, дальнего, наверное. Блять, ребята, отводите дальше, чего вы их сюда-то приводите? Наоборот, танк в обратную сторону ДНК веди. Вот, вот так. Веду. Друна. Я, конечно, попробую, но ничего не обещаю. Блин, я только хотел ствол поменять. Нормально. Бежим. Бегим. В какую сторону? Поклась? Против. Да. Вспышка. Вспышка, да. Так. Дайте мне секунду ствол поменять. Все, нормально. Так, давай, я забираю крупноголового. Ага. Блин, я перезарядки. Вспышку. Твою мать, я без стамины. Добро. Забираю пулемет. Отлично. Тогда я стреляю. Ух ты, давай дальше. Я понял. Стамину или дрона поймал. Блядь, зажал ты как, а. Бля, Эвил, беги. Эвил, меня ж тут сейчас нахер порежут. Беги, Эвил. Я бегу. Владик, тебе меня поднимать. Я не могу сейчас подойти к тебе. Вспышка. А, вспышка и полная жопа свинца. Я ни хера не вижу, по мне стреляют. Пизда рулю. Блядь, слишком бля, Владик, близко. Владик, не поднимай, дальше беги. Блядь, переагрил! Эвил, забери его! Эвил, не подходи, ты же видишь! Дроны. Сейчас переагрю. Дальнего переагриваю, второго. Так, танк через центр за Владом пошел. Я понял, отлично. Вспышка. ДНК поднимай, да, самое время. Теперь по часовой надо вести. Хорош, не дрочить яйца, алло. По часовой. Так, его брат. По часовой, ты уверен? Вспышку забирайте. Он сейчас. Да, они зажали очень жестко. Я забрал его. Все. Они очень по центру, неудобно, наверное. Дроны! Он слишком быстро за мной движется, ребята, слишком быстро. Эвил, забери у Влада его. Я твоего забрал. Слишком быстро. Сорян. В другую сторону, Эвил, в другую сторону. Ну я первый раз падаю, так что если получится. Да, какая разница, куда ты падаешь? Я там дольше поднимаю. Давай, уводи его, уводи. Дес, сзади. Я вижу. Ракеты. Это неплохо. Блин, не смог поднять. Ну, на втором круге поднимешь. Как-то. Так, ДНК, уходи, нет, уходи. Давай. Ребят, рокировку надо, наверное, уже. Давай, Death, я забираю. Блин, Владик, тебе далеко, Эвил, забери моего говно. На какой говно? Дроны со стороны Эвила. Вспышка. Эвил, дроны забрал. Ребят, нужно рокировку делать. Он сильно ускорился. Дес, сильно ускорился, не пытайся поднять. Ребят, рокируйтесь. Я забрал одного Эвила. Тебя целится, Дес, тебя целится. Я вижу. Я не могу. А, все, забрал. Беги! Форест, беги! Беги, не поднимай! Беги, не поднимай! Не надо. Не надо, не рискуй. Я передумал. Другую сторону. ДНК забери вспышку. Ты когда говоришь в другую сторону, ты говоришь какую? С того или против? Дрон ДНК. Мы по одной стороне пока бежим. Блин, какое вообще не... Вспышка. Ай, мать, какой волшебник. А, Эвил сзади, дроны, Эвил сзади. Да, вижу. Ребят, нужна рокировка, они уже ускорились слегка. Эвил за меня. Так, я забираю танк. Я забираю бочи залову. Все, забрал. Забрал танк. Твою ж мать! Ой-ой-ой-ой-ой-ой. И вот так вот меня в прошлый раз под лазер выкинуло. Вот, когда они, да, они когда не стакуют, и лазер, и что-то еще, это... Мы против часовой идем? Не-не-не, все так же идем. Против часовой. Вставай, говно, хорош лежать. Дроны. Все, отлично, красава.
Вспышка! Ладно. Бегу, бегу. Чего? Так, давай поменяем. Того, пока не долбить. Дес, вспышку, забираю. Забираю пулемет. Забираю эту пустоголовую. Пардон. Но ты как-то прям вот неудачно, Эвил. Все, нормально, я его забрал. А нахер ты меня его забрал? Я же его сам только что забрал. Тупоголовую. Эй, куда? Эй, другую. Дроны. Вспышка! Килки нету. Надо того центрального. Так, все, одного оставляем. Все, не бейте, не бейте. Надо голову. Центрального. Голову бейте. Я его не вижу. Я вижу, все нормально. Я бью. Давай поменяемся. Бегу к вспышке. Раз, два, три, меняемся. Бегу к вспышке. Я забираю. Тупого забираю. Вспышку снял. Ага. Я чуть-чуть стену уберу. Варик, другую сторону. Подожди, дай когда зарядиться. В другую сторону, Влад, в другую. Я знаю, Ребят, вспышка. Дроны. Твою мать. Так, готовы? А дроны. Все, давайте. Секунду, давайте, дроны. Валим. Блин, там танк с меня забери. Один минус. Танк огонь. Танк чуть-чуть. Три минус, все. Все, красавы, все. Красавы, ребят. И чё? МДА с такими боссами мучиться целый час придется. О, молодцы, красавы. The best. Это было классно. Фу, говно, кусок, мать твою. Это ты прав. Да, я согласен с этим заявлением. И все это было ради этой херни беспонтовой. 279-й дал дробовик. Да. А смотри, крошу я дали, тактический ПП. Да, я имею в виду, что вот сейчас вот будет еще, наверное, босс один. Нет, все. Ничего себе армейская служба. Вы молодцы. А теперь надо драпать, не то мы тут поджаримся. Че, и все? Мы прошли рейд, we got a champion, сосать. Класс, я мог такую хрень просто тоже кипать и убежать. Да, и дронов не надо было уничтожать. Их бы просто вот так вот залило нафиг. Ну да, кстати, да. Это было бы, кстати, логичнее. Ну они просто вставали у нас на пути. Плащик, да вот выпал за рейд.